Друзья, привет! На связи магазин Автокаста. Это магазин позитивный. Мы всегда улыбаемся, мы всегда веселы. У нас Урал, но отправляем по всей России. Вчера были отправки в Калининград, Южно-Сахалинск, Надым, Троицкую область, понятно, отправляем. Ребят, вся Россия, кто нас смотрит, смело заказывайте у нас, консультируйтесь. Мы с удовольствием это делаем в кайф. Всегда приколюхи в посылочках и так далее. Все на сайте, можно все заказать, все оплатить. Это без проблем. Система оплаты работает. Делайте заявку, заказывайте, мы вам потом отзваниваемся. Согласовываем, мы только потом отправляем. Ну все, всем тепла, всем весны. Сейчас у нас уже, какое, 17 апреля, то есть уже скоро сезон начинается в мае, там где-то он начнется в конце апреля на юге России. Поэтому давайте, сегодня у нас видос про бренд Kicks. Сегодня у нас Kicks. Ребят, что это за бренд? Мы его продаем, это один из наших брендов, вот. Рассказывать о нем, блин, у него линейка просто охренеть какая большая. Просто огромнейшая линейка, у Силков это в том числе. Но то, что мы используем, то, что мы продаем, их не так много, я о них постараюсь рассказать. Выбор огромный, можете выбирать любой, но я, честно, не знаю все их нафиг отличия, вот. Давайте начнем с Силков. Две самых простеньких модели. Это Kicks SP4 на 80, самый дешевый, самый недорогой, четырехканальный, надежный усилитель. 4 на 80, то есть по мощности он по заявке там 80 ватт в 4, а ну столько, конечно, здесь скорее всего нет. Ну, вы посмотрите видосики, Виталий Давыдович снимал, вот, можете посмотреть, дед Витос, он это все их и тестировал, поэтому этот усилок скорее, ну, стоит своих денег. Он стоит 4300, вот здесь к вилочке мы к нему дарим. Любой четырехканальник, что на него можно сделать? Подключить или две пары динамиков, или подключить динамики и сабвуфер. Можно это сделать, какой-нибудь простенький саб на него пойдет, фух, легко. Дальше, Kicks пошел дальше в этом году в линейке SP, они сделали новинку SP600D. Ребята, это новинка этого года, 600 ватт водяном, усилитель, моноблок за 4800 рублей. 4800 это тоже он убил многих конкурентов, за деньги, понятно, сборка обычная, вилочки, то есть терминал под вилки, вилки мы дарим, вот, но в эти деньги такое, таких усилков мало у кого есть, поэтому это тоже хиток, это усилок на сабвуфер, то есть любой сабвуфер до 500 ватт, можете смело выбирать, смотреть вот этот Kicks SP600D. Вот. По этим усилкам периодически нарекания бывают, но их не так много, сколько их продается. Поэтому вот по этим пока не было. Сколько продали, все работают вот так. У них в комплекте регулятор баса идет. Сейчас я посмотрю. Да, простой, обычный, стандартный регулятор баса. Вот, соответственно, можно выводить его в салон. Усилок супер, то есть моделечка SP в нашей теме, это вот два таких усилителя. Дальше, что есть? Это моделька АП. Это хиты того года, это усилки, капец, как много их продается. У меня такой стоял в моей машине в том году, целый практически год, я им доволен, офигенный усилок. АП 4 на 120. АБ усилитель, это действительно чистый сигнал. Сейчас стоит Урал 6 на 180, это усилка, несмотря на то, что он стоит дешево, сигнал был чище. То есть действительно чище, звук был просто охренительный, то есть я им доволен. Единственное, были терминалы под вилку, в этом году в усилках, скорее всего, заменят терминалы, будет уже терминал под нормальный кабель силовой, можно будет воткнуть с трубочками, закрутить все шестигранником. Вот, ценник у него 6500, за эти деньги это супер усилок, который стоит рассматривать. Kicks AP 4 на 120 AB, хит. И в линейке AP есть усилки AP1000. Стоит также 6500, это моноблок 1030 вроде ватт водяном, ну чуть меньше скорее всего у него, но это тоже офигительно круто. За эти деньги, за 6500 этот усилитель просто восторг, ребят. Вот у Kicks вот эти модели вот такие вот. Дальше, и сейчас затрону немного пушки. Пушки это Kicks линейки QS. Это сварочный аппарат в простонародье. Смотрите, были серебристые, назывался QS 1000. Никто не понимал, что такое 1000. Это было 1000 в 4 ома там у него. Ну, то есть непонятная аббревиатура, и не понимали мощу кто. Здесь Kicks QS 1.3000M. Есть Black Edition и есть Gold Edition в этом году. Кому какой цвет нравится. Цена одинаковая, 18700 у них. Вот, это усилки, офигительные, мощные моноблоки на сабвуферы. С хорошей заявкой, вот, но потребляет они очень много. То есть, кто хочет взять мощь, тот берет, например, усилки такого же плана уже у других производителей, стоит порядка 30 тысяч рублей. Kicks сделал дешево, но при этом требует полноценного мощного питания. Но зато неубиваемый вариант, этих тысячников продается очень много, по ним нареканий вообще нету ноль. Поэтому эта модель, хиток, стоит рассматривать, стоит брать на мощные сабвуферы где-то номиналом 1500-2000 где-то ватт. Вот. Линейки две. Все, погнали, ребят. И у Kicks'а еще, что мне очень нравится, это как преподносят они свои фишечки, свои динамики. Динамиков много в линейке, но вот эта модель Kicks LL 6.5. Это хит динамиков за 1900 рублей.
То есть 16 динамики, конечно, не сеток, ничего в комплекте нет, но играют они восхитительно за эти деньги. Соответственно, 150 номинальной мощности, не знаю, ну, как бы пробовали, вливали, они как бы рвутся. Рвутся, сгорают от этой мощности. Ну, ватт 100, я думаю, выдержит смело. Написано 95-14 тысяч Гц, но от 125, четвертым порядком, или от 160 слушать. Коробка, пушка, в подарок или себе купить, взять, стоит 100%. У нас на сайте есть. Вот. Такая же модель, есть 16 динамики, в данный момент закончились, но они вот так выглядят, называется Gorilla Bass ГБ, они уже есть в наших обзорах, красненький колпачок у них, они тоже 1600-1900, в разных магазинах по-разному, вот. Но до 2000 рублей это вот такие динамики, к ним желательно, конечно, пищалки. И моделька, ребята, которую я озвучу, это Gorilla Bass 20. Пользовался такими динамиками, купил, поставил себе в том году, посмотрите обзор обязательно на канале. От 80 до 10,5 тысяч Гц играют, вот, от 125, от 100 смело можно их слушать. В чем их кайф? Когда их поставил сначала, думал, что за динамик? Вот смотрите, вот такой магнит, то есть в обычные обшивы не влезет, надо делать подиум. Здоровый магнит, здоровая номинальная мощность, очень секретно вшитый подводящий в шайбу вообще конкретно. Вот такой вот диффузор, такой колпачок. Динамик, суть его в том, что он универсальный. То есть, если брать и сравнивать с другими динамиками в стенде изначально, вам покажется, что он играет вроде как, ну, тихо, вроде как не очень. Но если при детальном прослушивании разных треков, эти динамики охренительно клевые. Они, не знаю, по цене 5000 рублей, 5200 пара, вот, играют все. То есть, их надо долго слушать, я их вообще заценил. Они у меня долго стояли, не знаю, блин, месяца 2-3, наверное, пока я не снял обзор. Вот, я ими абсолютно доволен. То есть, Gorilla Bass – это ништяк, динамики клевые. В линейке Kicks есть много разных фишек, разных новиночек, есть четырехканальный усилитель и так далее, но я вам рассказал о тех моделях, которые одни из самых популярных. Вот. Линейку Kicks стоит принять к рассмотрению. Ребят, любите автозвук, получайте удовольствие, челябинская пятерочка и, конечно же, анекдот. Рассказываю. Приходит мужик, ну, как бы в церковь исповедаться. Вот ему говорит святой отец, ну вы исповедаться? Он, ну давай исповедуюсь, говорит. Вот, ну рассказывайте. Он говорит, мне 86 лет, у меня, говорит, 36 лет назад умерла жена, говорит, я один, у меня не было секса все это время. Вот. Но позавчера, говорит, я выпил таблеточку Виагры и переспал с двумя молоденькими девушками. И святой отец спрашивает, это все? Да, это все. А вы когда последний раз исповедовались? Слушайте, ну я ни разу не исповедовался. А почему? Так я татарин. А зачем вы сюда пришли? Слушайте, мне так классно, я всем об этом рассказываю. Челябинскую пятерочку, ребята, всем пока-пока.